Это Райан. Райан, вы меня слышите? Я здесь. Вам нужно надеть шапочку из фольги. У вашего сына Генри тоже есть сын Генри. Вы должны действовать по раскинуть мозгами. С помощью телепатии. Сумасшедшие и специалисты по конспирологии утверждают, что видели НЛО. Меньшинство пытается убедить других людей в том, что маленькие зеленые инопланетяне свободны. Соседская стража заботится об этом сама. Сегодня настала очередь Райана. Он навестит вас сегодня вечером во время своей экскурсии. Здравствуйте, это Райан, это я. Я просто хотел проверить, все ли у вас в порядке. Я пряталась у себя под кроватью, но они схватили Джонни. Пожалуйста, ничего не говорите полицейскому. В противном случае мы все окажемся втянутыми в психиатрическую войну. Мне кажется, что это маловероятно, но я думаю, что это наш единственный выход. Но даже если мы и подберемся поближе, как, черт возьми, мы попадем внутрь этой штуковины? Нет-нет. Нет, и Рэй тоже. Кто знает, что они с ним делают? Боже, я надеюсь, что они не начали сверлить ему зубы сверлом. Этот серый ублюдок — настоящий ублюдок. Уберите свои гребаные пальцы из моей грязной задницы. Информация об инциденте в Грейхилле будет опубликована 9 июня. Йоу, обязательно наденьте свою шапочку из оловянной фольги.